Всем привет! Мы сегодня продолжаем проходить Cuphead, точнее DLC к Cuphead, Delicious Last Course. Так вот, значит, прошел я все-таки, прям перед стримом прошел. Потравил еще раз 20, наверное, того босса, великана я прошел, дали за него гнома ягоды. Вот. Шли дальше других боссов искать. Ладно, это то он повторяет у нас. Вот сюда, королевская рокировка. Ну давай. Елена Саудкина, привет. Так, вперед же, стремитесь в новый бой. И помните, тщетны будут ваши усилия применить оружие и обереги. И тут у нас, по-моему, лошадь будет, да? Ох. Ее только парировать. Как бы это сделать? Понятно, ну так и делать. Угу. Давай еще разок попробуем. Слишком много урона я получил в самом начале. Ее надо как-то... Блин, ее надо как-то парировать в тот момент, когда она тебя летит. Короче, внимательно за боссом надо смотреть. Может, двойной прыжок лучше использовать? Давай, давай. Блин, а я не успеваю все равно. Почти. Надо научиться этому. Это будет нормально. Давай, нападай уже. Почему она его не треснула? Пролетать же надо. Да, долбить ее долго придется. Вообще не то. Мне кажется, она лошадь начинает атаковать при определенном расстоянии от тебя. Не успел ни хрена вообще. Ну да, это бред какой-то. Снова нет. Блин, а как же ее атаковать тогда? Нет, так ты по-любому в ноги только врезаешься и все. Ха, я не попал даже так. Да ё-моё. Так, подожди. Там никакие вещи, типа спецатака, допустим, автопарирование. Ну, наверное, нет, нельзя этим пользоваться. Босс-то необычный. This match will get red hot. Now go.
хотя популирование почему-то на нем работает. Странно. Блин, он атакует очень быстро. Ни одного удара вообще не нанес. Жесть какая. Давай другого попробуем, что-то как-то вообще не зашло. Паука давай. Может он что, получится. Он похож на этого, на босса из человека черного плаща. Черного плаща босса он похож. Как разрушать? Угу. Они сами лопаются, походу. Ай-яй. Много раз влетел на разные вещи. Понятно. Блин, платформа далеко расположена. Одного прыжка маловато. Надо его спарировать. Ну, не спарирование, а просто двойным прыжком делать. Ай. Как раз влетел на этого челика. А, ну быстрее, ну блин, там мне деваться было некуда. Так, еще вторая фаза. Ай, так еще эта баба бегает тут. Ого. Может, его даже не этим оружием надо бить. Раз. Я пока смотрел на этих звуков, меня гусеница треснула. И да, в идеале надо их всех взрывать. Блять. Это прям во мне появился чувак. Ну, тут прыгать было некуда. Ну, зяка качает хоть. Блять, я все время про эту бабу забываю.
Блядь, я не успел. Да, нет, ну тут слишком до хрена было народу. От этого всего просто я не знаю, как уходить. Бля, куча объектов просто постоянно на экране. А, ну на борта не смотрим. А, влетел. Блин, вторая фаза сложная. В ту сторону. А, блядь, замудился. Что там, ну пол фазы я где-то закрыл. Ну первая вроде сейчас еще уже получше немножко идет. Бомб-то не слишком дохера. Блять, гусеница. Заново. Я думаю, может какое-нибудь другое оружие попробовать подобрать. Что-то как-то я слишком долго эту фазу слышу. Трэш творится просто вообще. Да, но они еще появляются в разные места. Подходящее оружие вот это. Быстрее. А быстрее они в ту сторону. Я бы с удовольствием. Давай посмотрим, какое оружие можно взять. Ну, в принципе, зеленое вроде как подходит. Ну да, точно бесполезняк. Блин, а что ж такого бы взять-то? Щелкунчик точно какая-то херня. Парамет. Вообще не то. Бля, не знаю, раструб что ли попробовать. Давай еще раз.
Щелкунчик убери. Бля, у меня он есть, интересно. Что за щелкунчик? И что, он помогает? Я что-то посмотрел, вот это красный, да, такой? Он же вообще что-то как-то вот не очень. А, нет, смотри, попадает. Не так, чтобы очень, но ему что-то достается там. Окей. Ну вот надо от этой каши всей учиться уворачиваться для начала. Это вообще ни одно эту жизнь не сливать. Уже вторая фаза? Короче, щелкунчик тема. Ай, блядь, быстрее. А, какого хера ты не прыгаешь? Да, я в ритм не попал и все. Подожди, она уже в обратку крутилась все время. Не успеваю. Тут надо дэшить нахрен. Но, кстати, я почти закрыл щелкунчик там вторую фазу. Окей, траем на щелкуне. Получше, чем зеленка будет определенно. Быстрее гораздо. Я столько на первой фазе не могу жить. Блин, эти платформы так западло. Блядь. Так западло расположено. Чуть-чуть бы они были пониже, было бы ништяк вообще. Вот как это. Тут все западло. Так, ну тут, вот на этой фазе нужно прям в ритм попасть просто и все. Я уже не попал. Нет. Сука. Надо лучше учиться уходить. Пока вроде с другим особо проблем пока нету. Быстрей, блять, не успел. Потому что я забываю уклонение этой бучи. Ну куда приятнее, первая фаза закрывается. А она что, прямо сквозь лучи не может пролетать? Блять, ну ёбаный брат. Я думал, если она юзает уклонение вот это вот, то она из случай может лететь, ни хрена. Ну тут мне было некуда деваться просто. С одной стороны бомба, с другой этот гусеница летит.
Так, 4 жизни. Отлично. Ай, косячу. Става будет какая, не? Повезло. Первый раз на этой фазе. Особо не в курсе, что делать. Ай, быстрее, блядь. Полфазы я закрыл уже. Короче, на второй фазе главное в ритм войти, будет ништяк. Ну, а на щелкуне погода, точнее, там, какого. На муравье, да, я случайно попался, так. Это просто надо выучить атаки. Хотя, наверное, и на муравье, да, тоже щелкунчик этот подойдет. Он же как наводящимся стреляет. Вот первая фаза вообще с челкунчиком отлично закрывается. Так, давай, главное в ритм попасть. Ай, сука, они полетели в другую сторону. Твою мать. Короче, это походу рандомная херня. Так, ладно, окей. Надо высчитать. При каких он раскладах язык достает. Блять. Ну тоже полфазы. Почти, да. Но не взрывалось что-то. Черик тот что-то на середине давненько, долго не появлялся. Так, давай, окей. Да, ёпты, прыгай. Поняла. А, блядь, не в другую сторону опять. Да. Yeah.
Интересно, они действительно рандомно начинают в другую сторону крутиться. Потому что были же разы, что именно только в ту сторону. Только в одну, по часовой там или против. Неудобнее прыгать, когда они по часовой. Чудо, он этот огурец у нас и свалил. Да сдохни. Нет, блядь, да не прыг... Она не спрыгивает иногда, сучка. Сюда и косяк на первой фазе, а на второй. Да ёб твою медь. Меняет направление. Быстрее. Оп, мафиози. Да-да. Гангстер. Понятно. Сразу нет. Но мочить явно его надо щелкунчиком. Единственное что. То ли чтобы рандом совпал адекватно. Чтобы они в одну сторону крутились и не меняли направление на второй фазе. А потом как-то и третий учить. Это что-то бомба до хера. Успел убрать. Допустим. Дважды, да, налететь уже успел. Они опять поменяли направление. Ах ты, падла, она меня задамажила, когда улетала. Ну, такое было и в PR, ну, как бы и в оригинальной игре. Особенно там джин какой-нибудь. Там часто встречалось то, что ты перехода с одной фазы на другую получал дамаг. Да и в конце тоже самого боя. Уже все, босс побит. Написан нокаут. Но ты все равно получаешь последний урон. И все. Так, давай. Нет времени больше ее наваливать. Бля, в обратку пошло, на твою же мать. Не успею. Вижу, что не успею. Вот это шарика вообще, по-моему, нигде не скрыться.
Короче, надо адекватно научиться уходить на второй фазе. Вообще чудом ушел. Дважды. Ай, тихо, тихо, тихо. Сучка. Ну, прыгай, блядь. Она вниз не прыгнула. Да твою мать. Быстрей, но я не успел. Хотя фаза была закрыта почти. Вообще удивительно, что я ушел. По всем каналам капкан я должен получить был урон. Не, ну первая фаза вообще хорошо пока идет. Ай, не туда. Ты не на эту падлу нарываешься, так на ее лучину. Ай, ну зачем? Это какая-то жопа. Блять. Не долетел. Вот чуть-чуть могли бы платформу пониже сделать. Расстояние между ними большое, и получается надо двойной прыжок делать. Я, ну нахрена он прыгнул, а? Ладно, хоть потреним пару вторую. Вот так вот еще. Пять. Серьезно? Я прям в центр сейчас сиганул. Не знаю, мне когда паника начинается. Че, привет, пусть подумал, коты будут говорить. Пики-брики, что-то дам ты, господа. А зачем? Бля. Ну какого хера он там вообще вылез? Давай, вторая фаза, три жизни. Ну я случайно на него сейчас попался.
когда против часовой, мне удобно, когда она крутится. Не знаю почему. Давай, дохни. Бля. Ну ладно, ножи. Просто поменьше паникуй. Я стараюсь. Но у меня какая-то начинается вот именно истерика, когда вот вторая фаза. Как только вот они пошли по обратному кругу, ну, часовой начинает крутиться, я не знаю, у меня какая-то... Я теряюсь просто. Не знаю, тут как всегда, в Cuphead нужно хладнокровно как-то играть. Только начинаешь паниковать, тебе жопа наступает. Или они могут ходить на пауках и жонглировать комками шерсти. Это будет классное выступление, и в цирк надо даже. Но если бы они, кошаки, как-то жонглировали коньками шерсти, я бы, может быть, и сходил. Посмотреть, почему нет. А это вообще сейчас было не в тему. Рано меня не задел. Блять. Вчера скачал Cuphead и, короче, прошел первый чернильный остров. Я долго-долго мучился на Run'n'Gun. Ну да, Run'n'Gun это чисто на механику уровня. Пока ты до автомата все не доведешь, они так и будут досаждать. Надо, чтобы побольше было жизни на третьей фазе. Потренить я нормально. Тихо, оп, вниз. Давай вторую фазу уже. По идее, но вот здесь надо на второй фазе как-то все-таки в центре держаться. Так, два раза она в одну сторону крутится. Сейчас пойдет в другую. А, блядь, ну что ты прыгаешь-то вверх? Блядь. Просто урон на ровном месте. Допустим, так. Почему бы и нет? Парик может сломать этот. Тихо. Ай-яй-яй, быстрее. Ну вот чудом как-то сейчас я ухожу от него. Шарик быстрее полетел. Тихо, это еще не все. Это развод, я видел. Блядь! Ай, блядь. Удачного стрима, спасибо. Там стрельнуто в него пару раз оставалось. Сукины дети, а.
Еще тут главное, что повезло. Два раза. Против часовой? Нет. Быстрей. Блять, ну она опять прыгать начала. Окей, три жизни. Чуть-чуть поддамажил. Чего их два? Один же вроде должен летать, разве нет? Нахрен. Все, наконец-то. Короче, щелкунчик в этом плане рулит. Ну, как обычно, рейтинг, наверное, B минус. Да, B минус. Парирование не сделал, здоровье такое себе тоже. Вы добыли дистиллированное тесто. Чем оно отличается от обычного? Так, что, лошадь можно завалить, да? Будете меня напугало? Обожаю рассказывать страшилки у костра. Мне тут рассказали, как одна призрачная дева расправилась со всеми местными хулиганами. Я решил узнать побольше об ее подвигах. Хочешь, я расскажу тебе сказку о борьбе за злодейский урожай? Ну, понятно. Никакой сказки. Ура, прошел босса. Я вот тоже рад, несказанно. Насчет лошади, я пока у меня вообще что-то ничего не получается. Давай корову травить. Давненько на самолетах тоже не летал. Ну, тут, как обычно, Bullet Hell все будет. Но главное не смотреть на босса, смотреть, что будет, что происходит возле тебя. Вот типа того. Босс там как-нибудь по себе сам сдохнет. Ах ты, сучка. Корова. А, вторая корова, которая вылезает сзади экрана и дамажит в жопу прям. Понятно. Так, оружие у нас что? Вот это? Угу. Это типа у ворота. Хотя ладно, надо было. Надо просто учить атаки. А переигрывать особо не буду. И так пойдет. Слушай, ну вот у Джина была такая тема, что ты вверх сюда залетаешь. Джина можно этот. Джина можно было завалить прямо вот здесь вот встав. И он тебе ничего делать не может. Но тут уже всю эту фишку продумали. Все нормально. А, бля. Тут просто все в тебя летит. Я просто вообще себя не вижу иногда. Бля. Ну, очевидно. Первая фаза, кстати, была это того самого. Четыре фазы, да, у босса?
Да ёпа-мать, ну как от этого всего уходить-то? Ну тут чисто надо сосредоточенно это все делать. Вторая фаза. Кстати, я видел одного чувака, вообще корову это заглючило. Вот. И она просто вот в таком положении стояла, швыряла, короче говоря, вот эти вот сейфы и все. И потом показали то, что типа босс убит. Это баг, глюк, не знаю. Кактус жалко, а чё его жалеть? Кактус убийца. Блядь, то сверху прилетает эта бомба, то снизу. Вообще было некуда уходить. Вот там, тут нет, да надо ныкаться где-нибудь. Вообще не видно. Вот в этот момент ничего не видно. Две кляксы, бомба, еще сзади прилетает. Понятно. Ладно, без рестартов, короче. Все равно пока атаки учу, так что. На босса вообще не звали. Бля, еще и снизу летит эта пижня всякая. Твою мать. Уйти бы от этого всего. Рушака. Блять, ну, понятно. Все боссы здесь более-менее... Как обезьяна в оригинале, корова тоже багованная. Ну, давай ее не будем баговать, давай ее по-честному мочить. Все боссы здесь более непредсказуемы, чем в первом капхеде. Может быть. Пока... Ну, не знаю. Атаки их читаемые. Они какие-то, ну, не какие-то сверхъестественных вещей они не делают. Просто ты не привык еще к ним. Надо учить атаки. Вот и все. Ну, типа, где бы удобнее встать, знаешь, чтобы тебя всякая херня не прилетала. Вот, допустим, я только... Первый с какой попытки? Третий, получается, с четвертой. Узнал то, что... Оказывается, с сейфов из-под, блядь, из-под земли еще тоже что-то вылетает. Пока каждый нюанс этот не учту, тут и быстро первая фаза начала, закончилась. Пока я все вот эти нюансы не учту, я так и буду влетать. Ах! Ну, там нехер вообще было делать. Это подальше надо отходить. Следующая фаза. Давай туда. Бум. Короче, че надо на стейки смотреть? А. Ну, неплохо. Почти следующая.
Почти следующий зритель, как его, блядь, следующую фазу почти закрыл. Ну вот от зеленых этих бомб только чисто случайно получается увернуться. Кактус читается хорошо, но кактус долгий замах идет. Ну, такое. Ну, вот на этой фазе где-то вот желательно вот в этом месте тусить. Сосиску я как-то быстро вынес, ну потому что у меня заряд был за этот, как удар был заряжен. Пеликана можно подбить? По-моему, да. Бля. Реакции долбанули, пока ходил от этих. Ай, тут не спрятаться. Хотя можно. Я не знаю, можно ли стрелять по кактусу. Ну типа, есть ли смысл? Слишком много всего летит в тебя. Ёб хватит. Сосиска. Это не только киллер. У нас что-то вроде Хитмана. Тихий убийца. Так, а где тот чувак, который сзади вылетал все время? Под тишка. Вот он. Типа в пору вот так немножко пострелять. По-моему, бомбы-то чуть-чуть побольше дамажат все-таки, чем пули. Ай, еле ушел. Так, две жизни. А, бля. Давай, сосисона. Бам. Чуть-чуть. Ну и, кстати, фаза почти закончилась. Расскажите, что было. Я думаю, что особо тут рассказывать будет нечего. Я буду траить, скорее всего, до сих пор эту корову. Но... третья фаза сосиски, она прям отлично закрывается, если ты ее дамажишь по этому полным зарядом. Вот этих челиков неплохо. Неплохо челиков этих убивать, когда они только летят, вот этих вот. Тогда они, получается, бомбами не стреляют. По крайней мере, я ни одной бомбы не увидел. Да, и вот вторая фаза пошла. Окей, понял, принял. Ну, тут просто главное вот прям вокруг персонажа смотреть, что происходит. И вовремя уворачиваться. Давай, сосисона, влупляем сразу же. Бум. Дальше. А? Может закончится фаза этого же, нет? Так, вот и закончилась фаза. Вот самая жесть. Эть, блядь, чуть не успел. Половинку даже прошел. Сосиска ловит на ошибках. Может быть, не знаю. Пока тут скорее на внимательность, чем на ошибки. Она же тебе никак не отвечает, атаки у нее не меняются.
жесть. Ну вот я понял для себя то, что вот этих чуваков, которые на крыльях к тебе летят, их надо дамажить. Ну, в смысле, убивать, блядь, сразу же. Тогда они не швыряют бомбы тебе в спину. Я вон сколько раз на этой теме уже подыхал. Блин, я не успел его поймать. Но я в него вдолбился как следует зато. Вот, одного пропустил, тут же снаряд прилетел зеленый. Понятно. Я на сосиске много еще замочил. Ну, в смысле, улетел урона. Надо все четыре жизни тащить прям до конца. Потом только там как-то учить фазу эту. Блядь, столько хп сейчас просрал. Да. Слишком много урона, лишнего. Надо же, ячейка успел вытащить. И от динамита увернуться. Можно. Ну, в Капхеде, в принципе, и робот был тоже довольно-таки непростой. Но вполне проходимо. Джин как-то мне сложнее давался. Черт, чуть-чуть. Давай, бум. Вот сразу же наверх куда-нибудь валить. Ай, блядь, ну... Кстати, много дамага пролетает мимо. Две жизни. Ай. Ну, тут надо главное выбрать, как лететь. Блять, ну чуть-чуть. Сколько там? Еще немножко. Я заметил, что на сосиске много дамага впустую проходит. С этим надо что-то делать. Я не знаю, то ли наверх подниматься, попробовать так как-то ее мочить. Блять, одну собаку пропустил. Понятно. Да ёптвою мать, ну что ж такое? Я за кактусом вообще не слежу. Там собаки автоматом дохнут. Опусти, ладно. Ай, или ушел вообще. Тянет вперед.
Да. И как раз следующая фаза началась. Ну, короче, я думаю, что атаки, в принципе, все выучены. Единственное, что... Ничего нового она, естественно, не покажет, но надо просто учиться от этого всего теперь уходить. Гадкие стейки, кстати, вот да. Сосисон, когда летит, вот стейки, блин, конечно, больше всего мешают, потому что они идут, закручиваются, летят. Отсюда надо так пролететь вовремя, чтобы он тебя типа не задамажил. Еще напихивать как следует эту сосисонину. Стрелять эту сосиску надо, короче. Блять. Давай вторую фазу. Тут еще пару слитков в конце летело, разве нет? Либо потом. Либо это рандом. Блядь. Рано, да, наверное? Не, нормально. Ха-ха-ха. Ну, кстати, сосиска вообще не особо-то живучая. Я буквально в нее шмальнул зарядом полным и немного пострелял, и она уже типа готова была отъехать. Я дольше первую фазу закрываю. Да, ёпта, я собаку пропустил. Собаки вообще. О! Плохо дело. Не жилец. Да, оригинал я проходил. На канале есть. Причем я его прошел только со второго захода. Первый раз, короче говоря, я пытался. Потом застрял на драконе. Вот, и забросил игру. Потом решил все-таки взять реванш. И прошел. Просто на драконе была, оказывается, хитрая тактика, которую я не сразу заметил. Часто просто пересматривал спидраны по капхедам прохождения просто, и потом вот заметил такую фишку, как они действуют на драконе на третьей фазе, а я пройти не мог. И потом нормально вроде как затащил. Но самое тяжелое это было уже не дракон, я с King Dice сидел. Не знаю, часов 5, наверное. И потом 2 стрима я сидел с дьяволом. Ну, где-то тоже в общей сложности на 5 часов, где-то так. Клоун еще жесткий. Показался. Что еще? Джин, в принципе, тоже показался сложным. Сложновато баба вот далась, которая с конфетами. Ну, дракон, вот. Дракон и последние два босса вот у меня максимально до хера крови попили.
А еще это как его в театре тёлка. Вот с ней я мудился тоже. Идет часа два. Я походу в банку, да, влетел. Что-то уже сосетон плохо закрывается. Не, клоуна мы с братом прошли со второго-третьего раза. Я там, по-моему, я доходил до последней фазы, там, где он начинает превращаться в карусель. Кубики, того, шарики летят, пацаны какие-то маленькие бегут. Вот, и там какой-то рышак вообще получался, я постоянно проебывал. А на двоих капхэт я вообще не понимаю, кстати. Я вообще не понимаю, как на двоих капхэт можно играть. Там просто от одного-то то, что ты сам персонаж путаешься. А если еще второй напарник, это же вообще жопа. Ну, это сложно, как минимум. Хотя, может быть, кому-то наоборот. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, боссы тоже чуть сложнее становятся. Ёпта, не одно, то другое тебя достает. Я уже 2 хп просрал просто так. Бля, хотел же не рестартить. Я на стейке. Давайте, ребят, перекур 3 минутки. Жарко. Сейчас я водички попью. Пойду.
Ехали дальше страдать. Ксину пропустил и так уехал куда-то. Ну кактус у тебя летит только либо вверх, либо вниз. Летит он посередине. Еще одну собаку пропустил. Давай. Следующее. Подожди, я думал то, что они вылетают, пропеллер, если с одной стороны крутится, то они вылетают противоположно, а тут получается что? Наоборот. Нет. Я не рассмотрел даже. Ну тут было тяжело куда-то не врезаться. Я думаю, может со Сесоном попробовать подамажить бомбами? А вдруг? Еле-еле ушел. Бои игры, думаешь? Вот теперь она забаговала. Забаговала корова. Я типа могу ее хоть как колотить, она, ну, сломалась. Все, я так понял, то что ее не отпустят, да, уже? Вот урода. Короче, она багует на второй фазе. Блять, это нельзя было вернуться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я собаку пропустил и улетаю на кляксы на эти. Еще урона прилетело. Ну как тут был? Давай вторую фазу уже. Вторая как-то вроде стабильненько идет. Без урона. Сказал я и тут же его получу.
Эй, собака. Давай, второй фазу. Ну вот заряженный удар по-любому надо на сосисон откладывать. Что у Джина был пацан противный, с пальцем такой вылезал. Что здесь эта сосиска долбанная. Давай. Ок. Много-много урона просто мимо пролетает. Но тебя не дамажит, не забывает. Почти. Почти. Бля, я собаку пропустил. Просто в этом трешаке иногда их очень сложно заметить. Суки рваные. О, ну тут и в тебя и стейк летит, а с другой стороны сосиска была. Я ничего не мог сделать. Столько вот таким образом. Да, самый натуральный закон подлости. Весь дамаг ты как ни крути, все равно в тебя летит. Иногда просто он как-то в одном месте кучкуется, патроны, там пули, всякая дичь, которая в тебя может попасть. Тут чисто на внимательность. Вот типа босс перешел с одной фазы, не закончив вторую. В смысле, короче говоря, между фазами он особого перехода сейчас не сделал. Да ёб твою мать. Просто на ровном месте уже. Надо думать, за сегодня это уже второй стрим идет. Так что, подустал, наверное, уже. Да и в целом корова-то непростая. Блять, опять псину пропустил. Ай, плохо дело. Или ушел.
Бля, ну тут реально не уйти просто было. Вот так я попробую. Ну, если бы вот не вот эта коробка, то можно было, по-моему, захерачить. Надо попробовать сейчас на третьей фазе, получается, мочить. А чем сидели разрабы, просто интересно. Ну, почему они, наверное, только не сидели? Тут скорее, почем сидели мультипликаторы годов 30-х в мультиках. Там же реально был трешак полнейший. Ну, нормально. Детям это дело показывали. Родители не был против. Я сейчас попробую на третьей фазе, когда я до нее доберусь. Попробую стрелять вот именно бомбами. Так надо место какое-то выбрать. Но сперва тогда надо дожить надо. Приятно. Так, давай вот так вот переключаемся на бомбы. Ну что-то этой падле прилетает. Ну не знаю, такое себе. Надо еще пробовать. Как-то неуверенно проходит все это дело. Случайно вообще от монетки ушел. Она прям по мою душу летела. Давай, второй заход. А, и все. Как-то быстро. Так, вот. Здесь, по-моему, лучше переключиться на патроны. Нет. Ну, тут чисто как уйдешь. Сколько там оставалось? Еще немножко пожить. Местами можно эту сосиску мочить этим бомбами. Так. Плохо дело. Надо хоть сосиску голоском одним посмотреть, ни хера. Надо пробовать ее дамажить.
сезона, на третьей фазе частично, пока он внизу находится, частично его дамажить бомбами. Как только он вверх полетел, куда-нибудь двигаешься примерно... Блять. Двигаешься куда-нибудь ближе к концу экрана как-то, я не знаю. Чтобы у тебя пули раструбом долетали. Все, вторая фаза? Нет еще. Маловато ей кого-то пролетело. Примерно вот так. Опа. Ну да, он почти тебя не достает. Это сколько урона? Блядь, ну там по-любому же тоже он почти все, да-да-да. Буквально на секунд 10 мне пожить оставалось. Еще суперудар был, кстати. Ну такие вещи не замечаешь. Когда азарт уже, когда вот-вот, прям чувствуешь, что это падла сейчас загнется. Быстро первая фаза пришла. Так, ну тут чисто на внимательность. Блять, патроны не переключил. Сколько урона мог пропустить? Давай, дохни уже. Да, дохни уже. Есть. Это было сложно. Это было сложно. Ну, короче говоря, фишка вот именно в сосиске. Ты в этой сосиске много урона получаешь. Ее надо валить бомбами на второй. Ну, как только она появляется и хлопаешь суперудар, валишь бомбами, она наверх, ты стреляешь по прямой. Ну, а последняя фаза чисто как увернешься. Ну, сколько я жизни просрал. Вы добыли десерт не лимона. Хорошо.
Она пообщаться-то больше не хочет? Нет, повторяется. Так, тут у нас призраки. Тут опять самолеты, что ли? Подожди. А вот там что тогда за уровень такой? Я знаю, что тут боссов-то немного. Есть там секретные боссы, все такое, но... Тут как повезет, короче говоря. Давай попробуем. Культовый ледобой. Можно с одним боссом 2 года сидеть. Ладно, карта доможет. Да, у него китяра какой. А, это огонек меня бы не убил. Вот суки разводят. Это таракан. Ладно. Ух, какой он жирный. Так. Куркун себе вроде неплохо зарекомендовал. Не успел. Ага, чуть побыстрее вторая фаза началась. А как это делать? Хотя надо было не рестартить, надо учить его. Я сейчас дамаг не получил, кстати. Почему-то. Чё-то на второй фазе я вообще хер знаю, что делать. О, прям в холодильник превратился. Надо было не дергаться. Слушай, давай вот так сделаем. Нет. Блин, не это оружие. Ну ладно. Потом надо успеть всех вот этих мелких уродов завалить. Чтобы они просто не мешали. Все, первая фаза уже лучше, но правда тут я не знаю что. Блять, у нас только прыгнуть. Я не знаю, как это все эти жести уходить. Ну, тут очевидно. Мне опять каша вся летит просто. Маленькие ублюдки. Да, может, с викрами его повалить.
Бля, ну как? Да еще-то выше запрыгивать. Надо учиться ворот делать. Когда он на тебя шариком катится. Он задел. И не спрятаться от него никуда. Давай, вызывай свое чучело уже. Удвоенный прыжок с воротом. Блять, мне все равно не хватает допрыгнуть. Как это за шаратом ходить? Ну, двойной прыжок. Так, так. Я прям по высоте вижу, только двойной прыжок меня спасет. Первая вот фаза вообще без проблем. Холодильник вот какая-то жопа. И когда он кататься начинает. Что делаю вообще? Не успеваю подпрыгнуть. Да ёб твою мать, ну серьезно? Когда он в форме холодильника, еще нормально. Ну как бы можно уйти от этих, от ледышек его и так далее. Но когда он катиться начинает, нужно дважды прыгнуть, еще и с парированием. Чтобы не успевая прыгать. Ну, чтобы не стрелять вот это. Пикинки. Не задел. Ну вот как-то супер удар вообще никакой у этого щелкунчика. Я вот сколько раз пытался их сделать, как-то вот они не дамажат вообще. Вот, наконец-то. Блять, а тут надо было дэш. Второй раз повернулся. Ну, плохо, плохо дело. Понимать. Потом еще третья фаза. Там еще веселее наверняка. А нет. Ну, что ж ты. То, что старичок.
Здорово, Леха. Ну да, поправляюсь. 7-го на прием. Сегодня он целый день поправляется. Оп, оп. Сука, смотришь на одну атаку, тебя второй херачит. Ай, задело, опадло. Ну почти, кстати. Я почти закрыл вторую фазу. Сейчас подожди, я почитаю. Быстро первая фаза началась. Он раньше закатился, сейчас прыгать начал. Какая падла. Блядь, не успел опять прыгнуть. Снова не успел, да твою же мать. Надо двойной прыжок. Я сегодня 100 на веле прокатился, на озеро гиру сгонял, покупался, вода прям очень-очень теплая. А, блин, я тоже сейчас покупался. Кстати, вторая фаза почти закончена, она была закончена. Там, чуть-чуть надо было в него пострелять. Тоже бы сейчас с удовольствием окунулся. Жара такая. Сегодня? А, не, вчера же дождь шел, да? Я думал, дождик-то все-таки попрохладнее воду сделать, да нет, смотрю. Надо думать, столько дней жара стояла под 30 ну, почти. Я давненько такой жары не припомню. Обычно чуть поменьше. А самое то купаться. Да, может вот так его? Да, для чего рандомный этот холодильник, а? Сука. Какая падла все-таки. Он то катается, то прыгает. Ну, с ножами неплохо фишка, когда он ножи вытаскивает, короче. Прям можно ему много напихать урона. Единственное, то, что вот он действует рандомно. Он то прыгает, то просто катится. Плюс еще мороженое с него до хера летит. Че, уже эта фаза? Быстро. Так, катиться он не стал.
теперь стал. Сука. Я улетаю пока на эту атаку. Тут ничего не попишешь. Ай. Вот сдохнешь, нет, наконец-то вторая фаза. Чего, блин? Я даже сообразить не успел, что надо творить. Ливка, привет. Вода прям вообще кайф. Больше 20 точно. Ну, наверное, да. А позавчера в Ревду горы Лавозерских тундр ездили. Я на перевал геологов попал, наконец-то на ледниковый цирк посмотрел с края. Там обрыв метров 300-350. Что вы там делали вообще вот на этом перевале? Тупо так прокатиться, посмотреть. Бля, буду знать, то, что на меня ноги потом рандомно побегут вообще. Но пока что-то вот этот чел с холодильником доставляет прям. Туристическая тренировка на великах. Как бы и нет. Пока в Калдоре короткое лето, нужно как можно больше каких-нибудь интересных мест посещать, хотя особо их и нету. Стараться хотя бы скататься, что-нибудь посмотреть. А потом опять будут сугробы по яйца. Ох, чудом ушел. Сейчас он не покатился. Упорот, а? Надо же. Тихо, блядь. Я на мороженку отвлекся. Что же интересно делать на третьей фазе? Так, это ноги его. Понятно. Что теперь будет происходить? Блять, он что забагал? А, нет, надо выше просто. Его помать. Табулит сел опять. Ой. Надо было вообще даже время не тратить на эту фигню. А, суперудар у нее только вверх и вниз идет. Барышня наша. Обхода что? Ну, третья фаза или какая она там странная какая-то. Владимир чисто на урод. Да, в принципе, все вот эти боссы, они как раз сделаны только для этого персонажа. Их может, конечно, без вопросов пройти и другими, ну, типа, чашики, кружики там. Делай, что хочешь. Но все равно, как-то боссы более нацелены атаками, поведением разным. Именно на эту бабу. Ну, серьезно, вот.
Хотел вот обычной чашкой, наверное, я не знаю, как проходить. Опять влетел. Выходные просто космос. Наконец-то я выспался. А еще лето классное у нас, это да. Правда, дожди обещают на неделю. Ну, посмотрим. Я говорю, что очень удобно метеорологом работать. Ты просто, я не знаю, как шаман сидишь такой в будке своей метеорологической и, как бы, знаешь, что предсказываешь погоду. Если у тебя то и предсказания не сбылись, такой, блин, ну, сорян, циклон ушел куда-нибудь там на северо-запад и страны. Вот и все. Короче, все ништяк, да, то, что выходные, но график изменили, и поэтому выходные, короче, успеваешь уже высыпаться. Я вот тоже предвкушаю этот момент, то, что будем наконец-то после ночных смен нормально, адекватно отдыхать. Ну, если дождь теплый, все равно это будет дождь. Желательно. Такие, поскольку, не знаю, меня в дождь постоянно вырубает, я спать хочу. Прям вот вообще выщелкивает. Особенно перед дождем. Где-нибудь часа за пол примерно. Так, и было не уйти. Слушай, ну чуть-чуть даже почаще теперь получается холодильник пройти. Правда, есть такой моментик, что можно обосраться прямо на первой фазе. Пока тут как-то самым удобным боссом, мне кажется, великан. С великаном я просто стрим просидел весь. 3 часа я его херачил. Вообще на лимозе. Но сегодня решил потренить его перед стримом. И прошел где-то, ну, не знаю, с попытки, наверное, 20-й. Говорили, что корова сложная. Ну, проходимая. Сколько я с коровой? Минут 40, наверное, просидел. Я еще посмотрим, сколько этот волшебник времени займет. Блять. Но тут главное не отвлекаться. Сука. И одна летит, и вторая, и третья. Блять, я прыгнул ему прям на кусок его шерсти или что-то такое. Твою мать. Мороженку хочу. Не знаю. Надо было валить из угла. Напился. Думал, может его вихрями попробовать повалить. Хотя они тогда будут бесполезны совершенно на первой, на второй фазе. Вот на вот этой вот. Опять не ушел. Что ж ты, блядь, второй-то раз не прыгаешь? Наконец-то. Надо посмотреть, как у нас действует суперудар. А, да, точно. Максимально бесполезная хрень на этом боссе.
Пизду, я туда пойду. Да, что мне тут делать со мной жизнью? Другие атаки полетели. Но чуть-чуть под сносом даже. За 2 секунды что-то успел там ему напихать. Да, первая фаза как-то вообще она элементарная просто. Ну так, плюс минус, но ничего сложного нету. Просто главное в этих мудаков монстров не попадать, и все, они как бы сами там подыхают от твоих выстрелов. Ну, вторая фаза как-то куда хуже. С этими пацанами надо вот прямо либо между ними как-то посередине вставать, между вторым и третьим, там не важно. Попробую суперударами сносить вторую фазу, так чуть-чуть быстрее будет. Я думал, покатится, точнее подпрыгнул там. А чё у него ничего не летит? Такой себе суперудар, короче. Он делает вообще? Я просто на него не смотрел. Ведра швыряет. Ожидаемо. Половину, если он не приносит. Это было случайно. Побольше бы на нем пожить, чтобы посмотреть его атаки. Он какую-то херню начинает мутить, даже не понимает, что он сейчас творит вообще. Я смотрю, что он почти у каждого босса вторая фаза самая мудовая просто. Что с пауком была фишка. Что здесь. Ну, корова нет. Вторая фаза старенькая. Ничего такого прям видели, знаем. Великана тоже вторая фаза была мудовая. Блять, не успел. Нет. Я начесался. Все хуйня, Миша, давай заново. Там-там-там-там-там. Ну а здесь, я думаю, желательно прям в углу не стоять на первой фазе. Успел. Блять, он иногда катается рандомно.
Когда один раз, когда несколько раз. Давай, давай, смотри, ножи вытаскиваем. Две жизни. Такое, блядь. Одна жизнь. Чего я? Мне там где-то за экраном вообще долбануло. Блядь, давайте перекур. В глазах рябит от этих приключений. Сейчас подойду. Кто знает, что она просто называет Сиверкрайне. Но это русская адаптация. Американцы, наверное, вряд ли такую песню знают. Сразу нет. Серьезно? Сохрань. Я успел. Куда?
Давай вторую фазу. Не успел. Блять, ну, вернулся от шарана, зато долбанулся в мороженое. Подлак. Неплохо задамажил. Еще немножко пожить. Без жизни бы туда дотащить, он бы подох. Иди ты. Блять, удар, конечно, какой-то вообще пососный просто. Так глупо улетел на кубик два раза, блин, чё. Просто даже не допрыгнул до босса. Экран скроллится, и ты получаешь урон. Быстро фаза началась. Дай. Да ёб твою мать, что-то я уже начал на кубиках летать. Серьезно. Ну, во второй фазе уже не таким адом кажется. Сейчас как-то третья пожестче все равно. Что-то мне мороженое дамажит. Ну хрень.
ему чуть-чуть оставалось. Там еще один пацан не добежал. Куда вы мне еще пачку пихаете? Блин, ну тут нереально было уйти. Сверху мороженое летит, снизу он катится. Понятно. Ну как? У тебя еще пацан бежит, а у тебя вторая фаза начинается. Ублюдки, а. Понятно. Давай еще. Я уже на одном месте урон получаю. Давай я задохну быстрее. Как-то вот все до половины я дохожу этой фазы и все. Ну, смотря тоже он начинает, несмотря с чего он начинает это атаковать. Он самый тяжелый, это ведра. Почему-то оружие его мое не бьет. Блять.
ты швыряешь по нему суперудар. Суперудар этот крутится возле него и его не ударяет. Ну, тут нереально было уйти как-то. Подла какая. Ты, блядь, вверх, он вниз. Ты вниз, он вверх. Надо еще 10 минут так попробовать. Если не получится, то, наверное, хорошо сегодня. Подумай, все внимание и корова забрала за сегодня. Вообще пытаться не стал. Вот скотина, а. Ну, походу, все боссы реально валятся вот этим щелкунчиком как-то. Вот он на всех заходит вообще. Кроме, наверное, ну, одного, может быть, двух. Не пойдет. Еще даже отвлекаться на суперудар не буду. Все равно не прокатит. Вообще рандомная хуета, короче. Не прыжки его, не каты. Я улетел на мороженое. Блять. То на кубиках я влетал. Теперь на мороженое. Еще ничего сделать не надо. Вот у великана была первая фаза сложная. Тут вторая. Прям пиздец непредсказуемая вообще. Когда он катается, когда он прыгает шаром этим. Третья чисто нового рота. Тут как повезет. Thank you.
Ты на мороженке, да, уже подорвался? Блять, кубики. Реально одно и то же. Одни и те же ошибки. Не стал кататься. Надо запомнить то, что если он второй раз покатился, значит будет и третий. Ай-яй-яй, блин, ну чуть-чуть не долетел просто. Ай, как он бесит уже. Да пошел ты нахуй. Нет. Так не пойдет. А если он второй раз катится, то он покатится и третий, только через верх. Надо еще придумать, как от кубиков уходить. Так, ну давай, последний раз я попробую, на сегодня хорош. Он меня уже достал просто. Ну, отдохнуть. Куда он вообще ушел? За внимание рассеянное просто. Вообще корова, блин, довела до ручки.
времени вполне нормально, чтобы от кубиков убежать. Ой, а что получилось? Ой. Да, вообще, ну, ноль урона ему. И ведра тоже. Попадосик. И глаз. Вот это единственные его атаки. Ведра и глаз, походу. Я что-то другого, что-то... А, еще эти конусы такие летят на тебя. Конусы тоже сложные, как и ведра. Ладно. Надо отдохнуть. Потом продолжим. Когда-то, когда-нибудь-то получится все-таки его пройти, правильно? На этом будем сейчас заканчивать. Всем спасибо за поддержку, за просмотр. Лайк, коммент, подписка, кому понравилось.